Итак. Девятый ход. Нет, и не девятый. Это был девятый, что ли? Да, это значит десятый. Десятый ход. Первый игрок у нас фин. У фина мы ничего менять не будем. Также ничего не меняем у тула. Просто переходим во вторые половины соответствующих миров. Раз, два. И теперь первый у нас фин. Так, желтая не подходит. Не подходит. Красная не подходит. Не подходит. Не подходит. Не подходит. Зеленая подходит. Другое. Получите одну единицу рассудка. Это хорошо. Вот немного восстановимся. Далее. Оту. Красная или зеленая? Зеленая. Толен нет. Это не про толен. Синий не подходит. Желтый не подходит. Красная бездна не под... Абис не подходит. Зеленый нам подходит. Подходит. Плато Лен. Пройдите проверку удачи с модификатором минус 2, чтобы вытащить, чтобы найти среди барахла что-то полезное. Вытащите одну обычную вещь, одно заклинание. А, так, давайте-ка посмотрим. Так, удача у нас 4, минус 2, это 2 кубика. И за каждую единичку мы можем бросить 2 кубика. Так, у нас есть один успех, мы получаем заклинание. Так, нельзя использовать на древних, но можно побить любого монстра. А, так, и обычная вещь. Хлыст тоже хорошо. И далее фаза мифа. Так, еще один наплыв. Улика в... Появляются две улики. В Ихантлей и в административном здании. Стойте, если я оставил с прошлой игры. Улику просто передвинем. Так. Первый сыщик, который закроет или запечатает дурота, благословлен. Сбросьте эту карту после этого. Ну, значит, благословение, скорее всего, будет у Тула. Так, плюсы и полумесяцы передвигаются. И два у нас появляются на честной на болотах. Так, два монстра. Шан и культист. Культист у нас выходит на улицу. Так, полумесяц по белому. Он у нас выходит сюда. Значит, уже дальше только в вихрь. И кто еще у нас? Так, еще один должен на риф дьявола. Если это будет плюс или полумесяц, то он древний проснется. Так, а нет, это не плюс, не полумесяц. Пока что еще есть шанс. А, далее. Так, плюс, полумесяц. Что у нас еще есть? А, у нас еще тут порталы есть. Так, давайте для кладбища. Выходит на улицу. И еще один для неназываемого. Тоже выходит на улицу. Ну и на этом 10-й ход заканчивается.